Прокуроры пришли с обысками к Лилиану Паскару, заместителю начальника кишиневской полиции. Он проходит по делу о ложных сведениях в имущественной декларации. Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией обыскивают дом Паскару в селе Думбрава, коммуны Трушены. Задержан ли замначальника столичной полиции, пока не сообщается. В случае признания виновным ему могут назначить штраф свыше 47 тысяч леев или посадить в тюрьму на срок до года. Плюс установить запрет занимать определенные должности сроком до 5 лет.